Всем привет, меня зовут Ираклий. Автомобиль у меня Skoda Karoq 21 года. Объем двигателя 1.4. Владею 2 года, соответственно. Уже близок срок, когда гарантия заканчивается. Соответственно, решил как-то вот порадовать, обновить ее. Не знаю даже на что менять, а эту люблю, поэтому решил ее и себя порадовать. Вот. В том числе сделать выхлоп. О ребятах узнал в интернете. В целом там по видео, думаю, всем все понятно. Skoda много было, но Karoq, кстати, я не видел. Да, Kodiaq видел. Из того, что сделано уже, это чип-тюнинг, да, соответственно, со 150 до 185 уже подняли. Ну, плюс там скрытые функции разные разблокировали. Вот даже коллеги ваши отметили, что отклик у педали, да, нормально, адекватно. Ну вот, соответственно, звук уже сейчас предварительно, когда обрезали, еще ни заслонки, ничего не ставили. Я уже понял, сколько это эмоций дает. Ну, да, все, конечно, это надо вживую слушать, но это вообще пушка, конечно. В первую очередь эмоции какие-то, впечатления, да. Ну и, конечно, хочется как-то немного выделяться на дороге. Ну и то, что есть возможность пульта отключать, это тоже классно. Потому что иногда не хочется выделяться. Иногда надо потише. Ебать. Ты попробуй выключить. Выключаем. Ну да, скромненько, так хорошо. Теперь смотри, опять хулиганим. Интересный, интересный звук вообще. По-новому машина зажила, да? Пару слов туда-сюда. Круто, мне очень нравится. Хочу еще изнутри тоже послушать.